В общем, история про Лора. Я вчера так и не рассказала. О, не знаю, начинать сначала. В общем, когда я была в Майами на последнем месяце, у меня началась просто страшнейшая аллергия, сопли, слюни. Я чихала каждую секунду. Короче, был вообще тяжеляк. Я думала, что у меня просто аллергия на какое-то цветение. Оказалось, это что-то типа беременного ринита. По-моему, так врач сказал. Я родила, аллергия закончилась, но у меня осталась заложенность носа. И, в общем, 2 года я капаю капли в нос. Сталкивались с такой проблемкой? Я, конечно, за эти 2 года ходила к лорам, но мне прописывали такое лечение, типа, не капай капли в нос, и все пройдет. Ну, естественно, я все равно капала, и ничего не проходило. Вот, и, в общем, вчера я пришла в очередной раз к лору, она мне назначила, кстати, адекватное лечение, которое я смогу осилить. Ну и сказала, что надо делать операцию, все равно исправлять перегородку. Я, прикиньте, всю жизнь думала, чтобы исправить перегородку, нужно типа исправлять форму носа. А прикиньте, нет. Можно просто там, ну, то есть как-то внутри. Нет. Не хочешь? Ты только что хотел. Ну тогда я сама. Палку хочу. Хочешь? Палку хочу, палку. Да, я даю палку. Скажи, люблю маму. Люблю маму. Нет, ну не просто прикладывай, скажи. Люблю маму. Люблю. Ты так легко. Люблю. Дари. Скажи, люблю.